видишь, купили онлайн и нормальные места достались. Да, хорошая была идея, вы молодцы. А то, и фильмы выбрали классные. У вас замечательный вкус. Это невозможно. Дима, скажи им, чтобы они прекратили. Я? А кто, я? Ты что, у нас мужчина или как? Простите. Чё? Могли бы вы себя вести потише? Тебе чё, не нравится, как мы себя ведём? Не нравится. Вообще. Ну, может, тогда обсудим наше поведение? Или струсим. Пойдём. Ты нам что-то хотел сказать? Да. Внимательно слушаем. Я сейчас сделаю один звонок, сюда подъедет тачка, и вам все подробно объяснят. Ты нас пугать вздумал? Просто предупредил. В таком случае, я сейчас тоже сделаю один звонок, сюда подъедет тачка, и тебе, и твоей крыше тоже все объяснят. Смотри, не пожалей. Ну не, он себя бессмертным возомнил. Все, звони. Можешь срочно подъехать к кинотеатру, у меня тут проблемы. Да-да, алло. Тут одного Борзова надо щемануть. Сейчас подъедешь? Отлично. Молись. Да какое право вы имеете обижать моего мальчика? Ваш так-то сам первый начал, он наглец какой вымахал. Мой наглец, да вы на себя посмотрите. Да ты мне сейчас сказала. Да знаешь что? Мама, давай, мама, давай, давай, мама, давай, мама, давай, мама, давай, давай, мама, давай, 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 давай. Ну и что ты хотел? Да, какие к нам с Гошеном претензии? Почему вы себя так ведете? Тебе правда причина интересна? Я думаю, во главе угла неадекватные или несвоевременные методы воспитания родителями. Отсюда желание избавиться от родительского контроля и доказать свою взрослость. Сюда же добавим стадный инстинкт. Да, желание не выделяться себе подобных. Ну и банальное отсутствие жизненного опыта. А также неуверенность в своих силах и неумение понимать окружающих людей. Капец, вам не просто живется, ребят. Самый детский, что ли, а? Типа не испугался. Знаете. Ну, здравия желаю. Вы кто? Я представляю самую секретную из всех секретных спецслужб. Я ничего такого не сделал. Еще как сделал. За редкое проявление в наше время смелости. Какой смелости? 99% в твоей ситуации сидят и терпят. А ты пошел разбираться. Ну да. Так что гордо носи медаль за смелость. А когда подрастешь, мы ждем тебя в своей спецслужбе. Герой.